утверждается, что Израилем нанесены удары по автомобилю, принадлежащему организации World Central Kitchen. Это некоммерческая неправительственная организация, занимающаяся предоставлением еды после стихийных бедствий в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа. Сообщается о гибели 4 иностранных граждан, среди которых граждане Великобритании, Польши и Австралии. Пресс-служба Цахала передает, что начато углубленное расследование инцидента на самом высшем уровне. Армия обороны Израиля подчеркивает, что прилагает максимум усилий для обеспечения безопасных поставок гуманитарной помощи и работает в полном сотрудничестве и координации с организацией World Central Kitchen. Ранее стало известно о том, что израильские ВС атаковали консульство Ирана в Сирии. Погибли 3 генерала и 5 офицеров корпуса стражей Исламской революции. В общей сложности 11 человек. Резиденция иранского посла практически полностью уничтожена. В МИД Ирана вызван сотрудник посольства Швейцарии, представляющий интересы США в Иране. Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству Ирана в Сирии, заявили в иранском МИД. Заседание Совбеза ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России на 22:00 по московскому времени 2 апреля. Миссия Ирана в ООН назвала удар Израиля по консульству страны в Дамаске терактом. При этом администрация Байдена сообщила Ирану, что США не знали о готовящемся ударе по иранскому консульству в Дамаске и не участвовали в нем.